Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Серега Хелье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, ведь мы вновь возвращаемся с вами в ТАПС, потому что тут вышло еще одно обновление, которое связано с тем, что у нас появилась новая фракция, Ренессанс, вернее, новое время, да, так сказать, эпоха, и соответствующие юниты. А также, соответственно, компания под эту эпоху, Ренессанс, вот, собственно говоря, миссия, и мы сейчас с вами начнем ее прохождение, но перед тем, как продолжить, брочек за ваше здоровье, не хворайте, не болейте, брочей. Ну, ребята, поехали, Ренессанс, New Art Wave, называется первая миссия, и... Конечно же, Ренессанс — это художники. Сами мы использовать в данный момент этих юнитов не можем. Мы находимся в этой компании, да. Впереди у нас, говорят, пираты будут. Вот, а там уже есть секрет какой-то непонятный. А, хотя, подождите, здесь не секрет, здесь секретные юниты, в смысле, да, вот. А, ну, а мы сейчас будем сражаться против художников. Неизвестно, что они делают. Возможно, будут затыкивать нас своими кисточками. Но это вроде бы не страшно. Хотя, если нарисуют какую-нибудь отвратительную рожу нам на лице... Будет, наверное, страшно. Кого мы выставим против них, неясно. Поэтому тестируем. Я предлагаю начать с отряда жопных берсерков. В атаку, берсерки! Так, ого! Голодный художник поистине великая сила, ребята. От наших берсерков не осталось вообще ничего. Атака у них обыкновенная. Они просто нас запикивают, затыкивают. Так что нам придется с вами... Взять кого-нибудь вот такого, наверное. Хотя, на самом деле, я не уверен, что ниндзя справится, скажу честно. Их очень много, но давайте посмотрим, как вообще ниндзя смогут. Ну, нет, не смогут. Огромное количество еще человек осталось. И вот сразу проблема. Как с ними сражаться-то? Что за читерные юниты? Что, может быть, отряд самураев разберется, кто сильнее? Давайте. Правда, самураев гораздо меньше, чем ребят из Ренессанса, но... Но нет, блядь, самураев просто завалили толпой. Возможно, нужна тяжелая артиллерия. А, я знаю, кто нужен. Я знаю, кто нужен, ребята. Я знаю. Наверное, мне уже кричали об этом, но я вас услышал. Зевс Великий! Зевс Великий, в которого мы с вами всунемся, хотел сказать, но это звучало слишком эротично. Надеюсь, YouTube не уберет меня монетизацию. Хотя разницы не будет никакой, даже если уберет. Эх, это шутка, блядь. Ну вы поняли. Хорошо шутит ютубер, как и положено в ютубе, смешно и интересно. Победа! Ну, Зевс вообще без проблем растарабанил эту огромную массу чуваков. Итак, у нас здесь ребята со шпагами, настоящие д'Артаньяны и обыкновенные лучники. По крайней мере, выглядят так. В общем, юниты выглядят непримечательно, честно говоря. Особенностей пока никаких не выявлено. Ставим Зевса и отвлекающий отряд из щитов. Проверяем, блядь, скриньте нахуй, сейчас разъебем их. На, вот только, конечно, по ним молния не идет, я имею в виду... Ого, тихо. Так, давай. А, нет, смотрите, они мне... Они какие-то... А, они меня надувают, лол. Смотрите, короче, лучники стреляют штуками, которые подвешивают нас. Это пипец. На самом деле, это пипец. Для того, чтобы задизейблить крутых юнитов, это просто офигеть, посмотрите. То есть они могут просто на изи контрить. Их можно ставить как саппортов, понимаете, да, каким-нибудь юнитом? Просто жесть. То есть против такой хрени нам не подойдет какой-нибудь один сильный юнит. Это не сработает просто-напросто. Так что давайте сделаем вот так вот. Вот так, может быть. Давайте посмотрим, что из этого получится. Хотя, мне кажется, ничего не получится, увы, потому что лучники все равно сделают свое дело. Вот, значит, берсерки нужны, я не знаю. Нужен кто-нибудь, кто может очень легко до них добраться в данный момент. Три берсерка сюда, четыре, четыре, пять, пять и один центральный. Пусть сам выбирает свою судьбу. Отлично, вот они прямо супер, они прям прыгнули на сраных лучников. Но, боюсь, берсерки не справятся с художниками. Там еще эти д'Артаньяны ебаные. Ну, кстати говоря, правые ребята справились чуть лучше, но все равно даже здесь у них. Вдвоем они не затащат уже никак. Да. Вдвоем никак не затащат. Но в целом идея неплохая. Поэтому мы берем сюда два берсерка буквально, правильно? Два берсерка берем. И, возможно, валькирии. Мы совсем забыли о них. Ну, я, например, один чувак с щитом и вот сойдет. А, кстати, надо было валькирии на самом деле, наверное, поставить. Я тупанул.
Надо его поставить Валькирии. Хотя вот Валькирии сейчас, мне кажется, раздолбают в итоге, да? Валькирии некогда были читерными, если вы помните. Но вот так вот, блядь, просто в полете шпагой в жопень. И как говорится, против лома нет чего приема. Правильно. Что посоветуете? У нас есть ребята вот такие вот. Под прикрытием нужны какие-то, не знаю даже кто. Кто-то дешевый нужен, понимаете? Вот-вот кто-нибудь вот такой, в кого будут лучники стрелять, и... Мы сейчас в одного из них вселимся. Ебать, вообще ничего не видно. Конечно. Откат 15 секунд. Это очень долго. Очень долго. Просто супер долго. Да, к сожалению, ничего вообще не произошло. Вороны не смогли нормально никого убить. Мы, конечно, попробуем поевейдить это все дело. Но боюсь, не получится ничего сделать. Мы умерли. Пам-пам-пам, да. Блять, что же... Я прямо-таки в тупике. Неужели ниндзя придется ставить, а? Вот сюда два ниндзя, например. И прикрытие. Прикрытие из кого? Возможно, подойдут барды. Ну, как-то не знаю, так. Типа, 1000 бардов, которые будут отвлекать от двух ниндзя. Хотя нет, нас все равно сейчас... Нет, нам будет нечем бить их. Нас все равно сейчас застрелят просто-напросто. Давайте викинга поставим, берсерков сюда парочка. Хотя нет, это плохая идея. Ох, ебать, что ж делать-то? Может быть, как думаете, может быть, вот так мы как-нибудь сделать сможем что-нибудь, а? Ну-ка. Отлично, они сейчас так. Хорош. В принципе, это рабочая схема. Да, это рабочая схема через лодки. Удивительно. Пипец. Ренессанс, конечно, интересный, ребят. Итак, здесь палачи, да, у нас. И, соответственно, эти чуваки. Я думаю, что здесь без проблем их разберет два Зевса. Если, конечно, никакого сюрприза мы не увидим от палачей. Давайте за одного Зевса зайдем сами. Не, палачи, мне кажется, это как просто мощный юнит в рукопах. Ого, они держат урон. Ого, они держат урон. Они насаживают, что ли? На свои пики. Ну-ка. Нас все-таки блин, почти справились. Почти справились, даже не знаю. Тогда нужно что-нибудь другое. Катапульта, может быть, а? В принципе, катапульта может вполне справиться с этим делом. Поставить еще короля сюда вперед. Короля, под короля пару хиллеров. Хотя, на самом деле, как правило, не беспо... Хотя, не, давайте поставим. И кого еще? И королю рыцаря. Рыцарь одного, он будет защищать короля. И свита из мечников. Давайте проверим. Надежда сейчас на, конечно же, катапульту. Ну вот, катапульта просто замечательно все сделана. Пизданула своего вместо врага. Катапульта для дебила, блядь. Хотя вроде бы задела других. Ну давай! Блядь, просто пиздец. Более бесполезный параши, конечно, трудно поискать. Нет, катапульта оказалась говном. Хвача, мне кажется, лучше будет. Ах, хвача у нас не хватает. Хотя, да, нет, давайте вселимся просто в катапульту сейчас. Вот так, попробуем сейчас как-нибудь сами. С бачка, с бачка, с бачка. И вот так вот. На! Да, ну я, так сказать, не лучше, да? Абсолютно не лучше. Смотрите, сейчас ваншотом выиграю. Блядь, да что ж катапульта такая хуёвая, да? Да, дураки, блядь, отвлекайте их! А, вот, катапульта может и под себя срать. Погодите, тогда все проще, смотрите. Катапульта, она умеет срать еще и под себя. То есть мы сейчас просто... Вот так вот сделаем, видите? Хорош! Ну, а с этими мы должны справиться, король-то. Если король не справится, я, конечно, буду в шоке. Конечно, поможем ему, вот минус один сделаем. Да давай, король, ты че? Ты ж король! Вот так вот. Ладно, катапульта, кстати говоря, очень классная штука, если управлять ей самостоятельно. Так, и здесь у нас эти, муж... эти как его? Ну вы поняли. Вместе с...
этими, вы поняли, с палачами и мушкетерами. Так, даже не знаю, вот непонятно опять же, что ожидать от этих вот чуваков с пушками. Вот что они могут нам сделать, да? Что? Как? Не знаю, давайте ради интереса парочку зепсов. И отряд хоплитов. Блять, отряд хоплитов, да, конечно, нет. И вот 7 чуваков этих. Давайте, надежда на зепса. Ого, что это с головой у него? Видали? Безголовый какой-то был. Все. Ой, зачем я это сделал? Ебать, это что было? Это мне пуля прилетела? Да, кстати говоря, эти мушкеты, они просто пипец как хреначат. Да, лол, мушкеты жесткие. Мушкеты жесткие, так. Нам нужны... Блять, интересно, справится ли отряд берсерков с этим дерьмом? Ну, просто берсерков очень много, я не знаю, вот как они... Давайте еще... парочку этих чуваков добавим. Так, ну они прыгнули там в самую гущу. Может быть, мы просто мясом задавим? Одного мушкетного чувака мы убили. По идее, мы должны завалить их мясом. Хотя... как оказалось, не очень. Хотя... давайте, давайте, ну, ребята, хорош! Красавчики! Просто какая-то оргия. Да, смотрите, справились. Так, а здесь почему-то просто палачи. И в чем прикол? Или мы чего-то не видим? Просто у нас очень много денег, посмотрите, да? Хм. Здесь вообще можно вот так вот, или я что-то не понимаю. Да нет, вроде бы. Это какая-то легкая штука. Здесь, по идее, викинги должны справиться. А, нет, палачи... Ого, палачи какие жесткие-то, посмотрите, и вправду. Нифига себе. Хм. Так, здесь надо кого-то противопоставить. Может быть, монки, они достаточно толстые. А еще мы будем отбрасывать часть этих с помощью молний, поэтому, возможно, монки смогут их раздолбать. То есть монки смогут сдерживать их. Хотя нет, смотрите, они с ними уже разобрались. Ого, бля, нихуя, чё они такие жесткие-то? Хотя можем вполне выиграть еще. Так. Хорош, красиво было. Красиво, нет, все-таки земцы порешали здесь. Но, блядь, палачи... О, прикол. Рыцари на лошадях. Вот уж не знаю даже, что и... Не, ну подожди, до ниндзя они быстро доберутся. Надо кто-нибудь, кто... Блять, давайте вот, например, поставим одного этого и... самурая, но это просто ради интереса, что они умеют. Понятно, нахуй, блять, самурая. Все, блять, до свидания, в канаву, блять, домой лошадь, блять, все, смыло, нахуй, в жопу. Да он просто, блять, угорает над ним, блять, посмотрите. Блять, почти! Почти попало в эту штуку, занесло, блять, почти, давай, давай! Давай, красава, блядь, победа! Куда ты, дура? Куда ты, дура, блядь, куда? Отпусти! Блядь, вы чё, серьезно просто, блядь? Сука, тупой монг, блядь! Ой, не могу, блядь, давайте еще раз! Пиздец, так, все, минус один. Ну и наш нахуй просто... А, нет, не минус один, прикиньте, он выбрался! Давай, 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 хорош! Этот, блядь, ты чё нахуй? Как? Блядь, да ты чё, ёб твою мать? До свидания, бля. Нахуй, оседлай его. Толкай его, блядь. Все. Победил лучник. Слушайте, но наездники рыцари на лошадях жесткие, ребят, тоже. Офигенный, конечно, век, ренессанс. А это... это что, багетмены? Что это? Что у них с... что это такое? Блять, еще толпа этих лучников сраных, твою мать. Да, непонятно, кто это такие и что с ними делать вообще. Не знаю, давайте...
Просто ради интереса так сделаем. Блядь, да куда вы, дебилы ебаные, в центр прыгнули? А, это вообще какие-то хуесосы. Он их, они их, смотрите, как быстро отпинали. А, победа, все. Чё-то я вот так... А, это какие-то парашютисты, ебаные, смотрите. Какой-то парашют. Это тоже в ахуе такой. Че это за говно такое, блядь? Это парашют. Боже, ёб твою мать! Посмотрите на это устройство! А там, кстати говоря, еще и человечки сидят. Мы когда это уничтожим, то оттуда еще кто-то выйдет. Блядь, жопа. Так, тогда здесь чего? Что вот может не справиться? Хвача, кстати говоря, я думаю, вполне может справиться. И нам здесь нужно, наверное, наши отряды разместить куда-нибудь подальше. Потому что иначе их снесут сразу. Надо сделать так, так и вот так. Да, вот, отлично, она развалила хвача. Хвача вообще супер против таких массивных. У нее очень сильный урон, если попадает все ее эти залпы. Поэтому хвача в этом плане очень хорошее было решение для того, чтобы справиться с этой бандурой. Но мы, кстати говоря, так и не увидели, что она делает. Все, вообще, хвача порешала, а ярлы отлично взяли на себя лукарей. Так, здесь у нас, понятно, понятно. Так, ну, вот зевсов, опять же, ставить не получится, двух. Одного, одного быстро разберутся. Здесь, опять же, надо полагаться на сокращение расстояния. Вот, и у нас, в принципе, прекрасно справлялись с этим... Берсерки, я имею в виду с этими, как его, мушкетерами, да, и заодно и с этими чуваками, вот они там как-то прыгнули, и прямо прыгнули, хорошо, что в с чуваками с мушкетами. Отлично. Да, и тоже мушкетеры, если что. Ну чё, победа. Так, раз, два, четыре, пять. Но мы-то знаем, как здесь... А здесь нет воды, да? А нет, есть вода. Ну мы, блядь, знаем, как победить здесь, ребята. Значит, мы берем. Берем с вами Монки Кинга, двух, и берем с вами, может быть, кстати говоря, Барт их тоже заведет в воду, хотя Барт навряд ли в воду пойдет. Тогда кого еще? Ну и можно вот, можно пару ниндзя. А ну давай! Нахуй, блядь, все, минус один! Давай, 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 давай! Блять, кстати говоря, три осталось. Пипец. Отлично! Блять, куда ты, дебил ебаный? Так, отлично! Все! В унитаз спущены! Победил тактический гений Монки Кинг! Ой, ППЦ. Ну, блядь, здесь на самом деле опять берсерки. Вот из-за этих чуваков. Но берсерки не могут справиться с палачами. Так что, здесь берсерки будут под прикрытием двух зевсов. Двух зевсов и все остальное это отряд берсерков. Два зевса... Ой, блядь, совсем не то, что мне нужно. Прям в толпу надо фигарить. Кстати говоря, ни хрена, просто пиздец. Размотали их нахрен. Не-не, живи! Хорош! Нет! Есть! На писечку хп победили! Очень, блин, палачи жесткие, не, я даже не знаю, наверное, пока одни из самых неприятных юнитов. Ну и вот этих вот выстрелы ППЦ, их точно надо сразу выносить. Так, здесь, наверное, блядь, да, ну здесь, конечно, с Монки Кингом не получится уже провернуть нашу тактику. Поэтому здесь, наверное, я сделаю аналог. Я поставлю двух зевсов, и на остальное я поставлю отряд берсерков. Хотя здесь есть одна проблема в виде вот этих вот ребят. Все, до свидания. Что? Ебать, блядь, конь реабилитировался! На! Бля, пиздец. Прикиньте, конь ебаный затащил. Так, давайте сюда Монки Кинга одного все-таки поставим. Его, блядь, не занесло. Ну, бля, Зевс, конечно, здесь бесполезный юнит, его надо будет убирать. Потому что...
Да, лучше еще одного Монки Кинга поставить сюда. А Монки Кингов лучше вот, да, вот так вот расположить. А, не-не-не, кстати говоря, нифига. Лучше, наоборот, поближе вот сюда. Не, что-то они на них не сагрились. Ну, посмотрим. Так, там, ага, одна лошадь спустилась в унитаз. Ну вот Монки Кинги, блядь, я не знаю, с палачами, как они, не, вообще не справляются. Не-не-не-не. Блять, надо что-то делать с этими сраными мудаками. Что можно им противопоставить? Можно, конечно, пару хвач сделать, да? Ну и, например, отряд берсерков. Может быть, пока хвача работает. Что? Ебать! Это прикиньте, это вот они мушкетеры эти ебучие, это они так выстрелили. Прикиньте, просто пиздец. Смотрите, какие они жесткие, это просто unreal. Какие они жесткие, смотрите. А, ну вот сейчас нам удалось, да. Не попасть под них, из-за того, что мы расставили по-другому. Так, два коня ушли в говно. Давай, давай, давай! Нет, конь еще один жив! Да ёб твою мать, он умеет плавать! Уёб, просто гоним отсюда, гоним! Я в ахуе, этот конь сраный, как он заебал! Хотя они сразу стрельнули. О, ни хрена себе, два коня, прикиньте, минуснулись от хвачи. Просто офигеть. Так, два чувака осталось. Блять, мимо. Если он дойдет, нам жопа. Все, фу. Ох, этот конь, водолаз. Так, какой у нас уже уровень? Ого, сколько там, смотрите, еще, пипец. Так, так, а здесь ничего, я не понял суть испытания, потому что это все можно разобрать берсерками, к тому же таким отрядом большим вообще без проблем. И все их выстрелы просто посрать на них. А? Что? Куда они идут? Ебать, так вот в чем прикол-то был! Так, ну не знаю, справимся мы, ну по идее должны, да, вот этих чуваков мы, да, фух, правильный выбор сделали. Так, понятно. Короче, нам здесь понадобится хвача две, я надеюсь, они у них пойдут, хотя я уверен, что нет. И вот тут дальше, честно говоря, даже вот правда не знаю. Смотрите, просто пипец. И мы не дострельнули. Твою мать. Смотри, как она крутится и стреляет. Блять, она разбрасывает ядра. Просто жесть. Все, до свидания, одна. Блять, очень неудачно стрельнула. Вот и наша левая хвача. Короче, просто уезжаем. Резкий разворот. На, блядь! Уезжаем! Они не попали по нам! Уезжаем! Просто токийский дрифт! Чего? Ясно. Произошло что-то необъяснимое в данный момент. Разворот. Хорош! Ну, блядь, я просто, ребят, водитель от бога. Ого, так, а это наши уже? Да, смотрите, это за нас. Ого, а, и против нас только вот из Ренессанса этот чувак. А, и мы теперь за Ренессанс играем. Ууу, кайф. Так, танк да Винчи, да, так, ну, даже не знаю, блядь, как нам поступить в этой ситуации. Надо козла отпущения сделать, вот этого вот. Ну, или, наверное, вот так, я просто не знаю. Давайте проверим.
Да, блять, посмотрите. Ебать, они лошадь снесли. Посмотрите на... Пиздец, как же они хуярят. Вы вообще видели это? Вы видели это дерьмо? Посмотрите. Блять, просто посмотрите на это. ПСДЦ. Какие они жесткие мушкетеры эти. Ёб твою мать, блять, ну-ка. Давайте посмотрим, какая у нее перезарядка. А, ну у нее перезарядка, конечно, дохуя. Нет, здесь они не вытащат уже. Но в качестве саппорта против какого-то жесткого юнита они более чем. Да, надеюсь, сейчас маги просто дохуярят. Да. Это, конечно, пипец. Это пипец. Так, ну здесь, я не знаю, может быть, справятся вот эти вот ребята? Давайте. Так, одного у нас снесли. Но, смотрите, ему снесли лошадь, и он вышел драться. Видите? Но, блядь, конечно, дерется он как мудак, блядь. И лошади застревают часто. Давай, сноси магов нахуй. Да, нет, нет, с этим они не справятся. Надо кого-то против магов поставить. Танк да Винчи мы поставить с вами не можем. А, может быть, толпу лучников вот этих? Они, в принципе, и стреляют часто. Давайте проверим. Блять, надо, конечно, чтобы они по магам попали. Но они очень часто стреляют, просто пипец. Да, 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 просто офигеть. Жаль, дальнобой какой-то доходит. Вот того чувака надо вынести срочно. Вот того, есть. Блять, просто жопа. Какие же они жесткие, да, из-за скорости стрельбы. Интересно, а с падением они получают урон? Наверное, должны. Да, мне кажется, должны. Да, ну это пипец. Лучники просто замечательные. Толпа берсерков, я думаю, что... Просто вот такая толпа лучников должна с ними разобраться. Сейчас проверим. Они не прыгают, понимаете? Вот в этом кайф, конечно. Они не умеют сокращать расстояние, а из-за этого мы можем их вполне всех подвесить. Хотя их было очень много, этих берсерков, я даже не знаю. Другие-то еще не умирают, они просто падают и... Но они живы. Там почти никто не умер, кстати говоря, из толпы. Там чуть-чуть только сзади. Конечно, держаться продолжают, но... Какие-то уже дошли до нас. Очень много дошло. Но ведь отряд есть нетронутый вот с этой стороны. Он, может быть, достреляет их? Ну да, вроде бы должны. Да, фух, справились. Блин, пипец. Пипец эти лучники, конечно. Просто Ренессанс, жесткая, жесткая эпоха. Так, смотри, как разбросаны они все. Целая толпа. Ну вот здесь я даже не знаю, может быть, мушкетеры смогут как-то, потому что они как-то долго, наверное, будут идти. Хотя, видите, они... Ну, они по передним рядам стреляют, да. Успеют они перезарядиться, интересно? Наверное, нет, недостаточно. Да, к тому же некоторые не умирают с первого, видите, выстрела. Да, это не вариант, нет-нет-нет. Тогда, возможно, опять же лучники эти... Да, они еще и достаточно меткие. Они, конечно, сейчас все стягиваются в центр, но в целом расстояние хорошее и... Есть вероятность того, что они все же не дойдут. Главное, чтобы не дошли маги, потому что маг подойдет, он, во-первых, ему не надо подходить в упор. Да, у него есть какое-то небольшое расстояние. И он залпом большим долбанет, и я думаю, что нам будет очень больно. Вот здесь как раз маг доходит! Блять, это на руках его нес. Блять, нельзя, чтобы дошел маг. Лучше, чтобы дошел берсерк, чем маг, на самом деле. Щиты ребятам не помогают. Вот они вроде бы разобрались здесь с магами. Да, все. Просто жесть. Просто жесть. Мне очень нравится. Просто офигительно. Так,
Что дальше? А теперь пошли, ребята, дуэли. Дуэли пошли, и я думаю, мы их оставим на следующий выпуск. У нас будет дуэли сплошные. Будем пытаться как-то выигрывать. Пишите, как вам Ренессанс? По-моему, просто охренительно. Мне крайне понравилось. Классные юниты, действительно интересные многие. Некоторые, ну, стандартные достаточно, просто стилизованные, да, под другое. Но в целом очень круто сделано. Прям много классных. Вот мушкетеры, балун-арчеры офигенные, да. Ну, вот эти стандартные достаточно палачи. Чуваки-наездники классные. Танк да Винчи. Танк да Винчи тоже офигительный. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и приходить на наш стрим. Там мы общаемся, угораем, смотрим видосики. Просто сглаживаем ваше времяпрепровождение. Жду вас там. Все. Всем пока.